Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну что, сегодня приготовим воду и померим ее в новом приборе, который называется Immunitas. Этот прибор обычный как бы чайник с обычным вроде бы картриджем, да, который легко меняется, легко вкручивается, но в то же время этот картридж очищает воду активированным углем, ионизирует нанообменными смолами и минерализирует натуральными щелочными минералами. Ну, здесь такая есть у нас, вот видите, он настолько прост, что это вся инструкция, да, к этому прибору. Поэтому пользоваться им можно с открытыми глазами, вернее, с закрытыми глазами. Вот у нас одноразовые стаканчики, мы сейчас прямо сделаем проверочку. Вот эта водичка из-под крана, мы ее сейчас померим на ОВП и на pH. Для этого у нас есть ОВП-метр, вот такой, да, друзья, подойдите поближе. Мерим, какой же ОВП у нашей водопроводной воды. Это Рига, Латвия, друзья, улица Гертруда, 64, магазин Immunitas. Какое у нас сегодня число? 16. 16 мая. Мая, друзья. Плюс 239, да? Плюс 239. Также у нас есть капельки, так называемый pH-тестер, для того, чтобы понять, какой же pH воды. Заряд плюс 249 уже, да, то есть он растет. Подведи сюда вот. А сейчас померим pH этой водички нашей, водопроводной из-под крана. Несколько капелек. Ну, такая светло-зелененькая, да, жидкость. Если кому-то не видно, на листочке вот так сделаем, чтобы было лучше, да. Эта вода нейтральная. Ни хорошая, ни плохая. Эту воду, которую мы только что измеряли, мы заливаем в наш ионизатор-очиститель-минерализатор воды. Три прибора в одном. Немножко заливаем. Немножко для того, чтобы проверить ее на ОВП. Так, друзья, значит, пока водичка меняется, мы сразу же проверим ее и на pH, и на ОВП. Сначала на ОВП. Значит, все очень быстро, все очень просто, все очень, ну, очень качественно. То есть вода доочищается, вода минерализируется натуральными щелочными минералами, а конкретно это цинк, калий и кальций, друзья. И вот один такой картридж более чем на 300 литров минерализированной воды. Да? То есть это вода как все как в природе, натуральная минеральная вода. Вот он быстренько-быстренько проходит, уже практически через несколько секунд все будет закончено. То есть не надо долго ждать. Не надо чистить электроды, никакого белого налета, да, никаких поломок. Ну и плюс сегодня вода водопроводная нуждается в дополнительной очистке. Это факт. И вот этот прибор и очищает, и делает воду вкусной, полезной, ну и обладающей антиоксидантными свойствами. Все, ионизация закончена. Теперь мы наливаем сюда эту водичку, да, и меряем ее. Вот у нас даже ОВП-метр был не выключен. Вот мы его вставляем. Давай, вот это важно, чтобы все сразу видели, какой будет ОВП. Вот он пошел уже минус 120, минус 154, минус 173, минус 189, минус 196, уже минус 200. Да? Напоминаю, что этот картридж у нас уже работает 3 месяца. 3 месяца, да, ежедневно мы готовим на нем воду. Значит, минус 227, минус 228, минус 229, минус 230. То есть он растет. Минус 232, да, то есть и пошел минус 200. 55,6, то есть минус 200. Видно? Хорошо? Здесь. Сейчас вот подождем, он поднимется до минус 300. До минус 300 он должен подняться. Ну, будем ждать. Сейчас у нас минус 263. Минус 263. И проверим водичку на pH. На pH. Для этого у нас опять же капельки. И посмотрим, что изменилось. Была вода такая. Ну, все понятно, да, стала вода такая. Поэтому, друзья, рекомендую новый прибор, ионизатор, очиститель, минерализатор, три прибора в одном, да, который называется Immunitas. Что же такое Immunitas? Это иммунитет, поэтому такая вода полезна для иммунитета. Впереди осень, впереди новая волна COVID-19, поэтому пейте ионизированную, минерализированную, доочищенную, щелочную воду на здоровье. До встречи!